Всем привет! Сегодня у нас вот такой экземпляр сосны обыкновенной. Скорее всего, сорт Ватерери. Она уже растет давно. Несколько раз уже пережила пересадку. У нее довольно-таки толстый ствол сформировался. Ну вот надо ей привести, что-то тут подделать, подвести, какие-то убрать лишние вот сухие ветки. Ну и с кроной поработать. Так. Много корней я сейчас обрезать не буду, чтобы не сильно не травмировать. А в будущем по мере нарастания корней можно будет еще удалить. То есть открыть корни, чтобы они разрастались. Вернули горшок. Теперь поработаем с самой кромкой.
Проверка у нас умерла. Сегодня попробую использовать специальный инструмент для того, чтобы не оставлять вот таких пинков. Чтобы зарастало ровно, то есть они убирают ветку с заглублением. Получается такой вдавленный срез. И когда он затянется, то пинка уже практически не сложно удалить такую ветку. Вот с помощью таких управляемых направленного среза нужно вычистить. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Ну, я хочу пока оставить. Создать изгиб вот сюда. Сюда перевести на эту верхнюю, она тогда уйдет от нас. Наверное, все-таки вот это будет. Эту веточку скорее не все. Тут так. Обязательно нужно срезы. Вот такой результат. Всем спасибо.